Здравствуйте! В этом обучающем видео мы расскажем вам, как можно открыть демо-счет в кабинете Admiral Markets и совершить первую сделку. Другие видео-инструкции вы можете посмотреть в описании к этому видео. Итак, смотрим. Запускаем MetaTrader 5. И теперь нам нужно ввести наши данные. Для удобства я также поменяю язык с английского на русский. Я сделаю это перед началом. Нажму View Language и выберу русский язык. Нажимаем Restart. И при запуске теперь у нас MetaTrader отображается на русском языке. Теперь нам необходимо ввести данные от демо-счета. Для этого нажимаем «Файл», «Подключиться к торговому счету», так как счет у нас уже открыт. На этот раз я возьму данные из письма. Беру номер счета, копирую, вставляю его в логин. Также копирую поле пароль и будьте внимательны при копировании, чтобы не попадали пробелы ни до, ни после пароля. Оставляю галочку «Сохранить пароль» и нажимаю «Ок». После успешного подключения мы видим, что котировки начинают идти, в правом нижнем углу идет подключение и теперь все готово к работе. Перейдем во вкладку «Торговля», здесь мы видим информацию по нашему счету и давайте откроем одну сделку, например, по паре евро-доллар. Нажимаем «Новый ордер», выбираем объем, которым нам хотелось бы открыть эту сделку и нажимаем «Купить по рынку». Сделка открыта. Теперь мы можем наблюдать за ней из нашего поля торговли и также здесь ее при необходимости закрыть. Ну а о том, как открыть реальный счет и сделать депозит, мы расскажем в следующих видео. Если у вас остались вопросы или требуется помощь, свяжитесь с вашим персональным менеджером. Контакты вы видите на экране.